В Душанбе из Ташкента прилетели 8 узбекских вирусологов. 8 узбекских врачей-вирусологов и эпидемиологов, которые имеют опыт борьбы с коронавирусом, прибыли сегодня, 8 мая, в Душанбе для оказания содействия таджикским коллегам в борьбе с коронавирусом. Данный визит врачей осуществляется в рамках оказания гуманитарной помощи соседнему государству, сообщила в МИД Узбекистана, пишет Синтралосия. Прибывшие в Таджикистан врачи, анестезиологи, реаниматологи, пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты и вирусологи будут помогать таджикскому медицинскому персоналу в организации профилактики, контроля и лечения COVID-19.